Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шара. И сегодня в выпуске. Не просто репетиция парада памяти, а конкурс «Смотр строевой подготовки». Самарские юнармейцы прошли марш Калашникова. Перешли на зимний режим работы. В Самаре коммунальные службы стали убирать дороги и тротуары по новым правилам. Идут с опережением графика. Сейчас улицу Победы ремонтируют в районе пересечения с проспектом Кирова. Репортаж «Самара ГИС» одержал победу в федеральном конкурсе «Хорошие новости». Сюжет про буккроссинг оценили эксперты Фонда защиты национальных ценностей. Это не учебная репетиция. Самарские юнармейцы и кадеты прошли на площади Куйбышева марш Калашникова. Смотр строя и песни – подготовка к параду памяти, где школьники тоже пройдут в парадных расчетах. Комиссия из генералов российской армии оценивала ребят по всей строгости. Андрей Горгуленко увидел репетицию с соревновательной основой. Красные береты, знаки отличия, нашивки на форме. Савелий Доценко проверяет готовность своего отряда к прохождению по площади Куйбышева. Он уже руководил парадным расчетом в прошлом году. В этом задача труднее. Расчет собран из учеников 5 разных школ. Сплоченности в коллективе ребята легко добились, объединившись одной целью – достойно промаршировать по площади. Большая честь, она есть. Мы отдаем дань памяти. Вообще просто проходим перед ветеранами, которых осталось совсем мало. Они просто смотрят и вспоминают, как это тогда было. Вспоминают сейчас, может быть, с улыбкой, может быть, с такими слезами. 45 таких же юнармейских и кадетских парадных расчетов со всей Самарской области стали участниками смотра строя и песни «Марш Калашникова», посвященный столетию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Конкурсная комиссия выбирала расчет с лучшим парадным прохождением, оценивая форму одежды, синхронность шага и военную выправку. Кроме того, юнармейцы и кадеты готовятся и к мини-парадам с 1 по 5 ноября. Школьники будут посещать ветеранов Великой Отечественной войны и вот точно так же маршировать под их окнами. Лучшие парадные расчеты станут участниками конкурса смотра строя и песни уже 7 ноября на параде памяти, соревнуясь с юнармейцами из других регионов. 7 ноября, мы все знаем, приезжает большое количество юнармейских отрядов, кадетских корпусов с Российской Федерации. Планируется более 125 юнармейских отрядов, ну и военных отрядов в том числе, которые пройдут по площади Куйбышева. Среди них будет также объявлен конкурс на лучшие прохождения. И я надеюсь, что Самарский регион покажет себя с лучшей стороны. Основная тема парада памяти в этом году – солдатская слава. Парад будет посвящен Владимиру Ивановичу Чудайкину, последнему живому герою Советского Союза 3-й ударной армии, которая водрузила над Рейхстагом Знамя Победы. Я всегда помню слова Сталина, который на прощание участников парада сказал. Он сказал на прощание на фронт, когда отправлял: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков. Победа будет за нами». В этом году в шествии примут участие 6500 человек. Все они будут разделены на 4 группы – историческую, военную, юнармейскую и гражданскую. Затем на площадь выйдет техника, среди которой будет и легендарный танк Т-34. В небо поднимется еще одна знаменитая боевая машина – самолет Ил-2, который собирали в Куйбышеве. А после парада на Вилоновском спуске развернется военно-историческая реконструкция. Будет организована реконструкция одного из эпизодов Сталинградского сражения, примет около 300 реконструкторов, участников, то есть бой будет масштабный, но я думаю, что историческая правда восторжествует, и Красная Армия одержит победу. Прохождение парадных расчетов начнется в 12 часов. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Перешли на зимний режим работы. В Самаре минувшей ночью службы благоустройства убирали дороги и тротуары по новым правилам. Работы прибавилось. Ночью спецтехника вывозила на полигоны выпавший снег, а дорожные рабочие разбрасывали противогололедные реагенты. Работу МП благоустройства вместе с самарцами оценил и Сергей Кизоркин. От заката до рассвета рабочие МП благоустройства не сомкнули глаз. В последнюю ночь октября в Самаре падал снег. Армия дорожных рабочих вышла на уборку города в зимнем режиме. В помощь 26 дорожных комбайнов, 17 тракторов, около десятка погрузчиков, 4 самосвала и мультикара. Еще 6 машин поддерживали чистоту на остановках общественного транспорта. Благодаря масштабной механизации и слаженной работе жители города утром и не заметили последствий обильного снегопада. Пока не ощущаю, только морось какая-то идет.
Снега практически нет. Превентивные меры сработали, рассказали в МП «Благоустройство». Заблаговременно они поменяли навесное оборудование на спецтехники на зимнее. За прошедшую ночь израсходовали почти 10 тонн бионорда и столько же песчано-соляной смеси. Особое внимание уделили участкам дорог со сложным рельефом. Автомобилисты ездой по самарским улицам остались довольны. Все нормально. Переобулся вчера. Как раз снег пошел. Все было вполне приемлемо. Дороги нормальные. До работы добрался стабильно. Все супер. Все в порядке. Я просто на машине езжу. Ничего не изменилось. Все так же хорошо. Даже свободнее, чем в обычные дни. Я обычно на машине езжу. У меня машина стоит. Проблем нет. Единственное, я не с ночи, естественно, выезжал, а часов 10 без проблем. Не скользит на летней резине. Вдоль дорог, а также возле мостов и путепроводов с крутыми подъемами и спусками, рядом с остановками общественного транспорта установлено несколько десятков ящиков с песчано-соляной смесью. При необходимости горожане могут сами посыпать реагентами наледь. А чтобы не было луж и талая вода быстро стекала в ливневую канализацию, дорожные пылесосы очистили от мусора и грязи прилотковую часть. Уборка тротуаров и остановок продолжилась и днем, в ручном режиме. Если погода кардинально изменится, на улице Самары готовы выйти 35 спецкомбайнов. Из них 29 принадлежат МП «Благоустройство», 6 подрядчикам. Они убирают улицу Ленинградская и Кировский район. Насадки этих суперкаров одновременно выполняют сразу несколько функций. Сгребают снег, отбрасывают его, щетки добираются до асфальта. Следом разбрасывается антигололедный реагент. Самарцы надеются, что всю зиму городские дорожные службы будут работать так же эффективно, как и в первый снежный день. Нормально все устраивает. Ну, чтобы снег не было, конечно, чтобы ходить удобно было. Синоптики предупреждают, снегопады продолжатся в ближайшие дни. МЧС объявил оранжевый уровень опасности. Автомобилистам рекомендуют быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А муниципальные службы благоустройства Самары готовы увеличить число спецтехники на улицах города. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Дырявая крыша и дождь с потолка. Активисты ОНФ проверили, как управляющие компании готовят вверенные им дома к зиме. Под контролем общественников около 20 адресов. Подробности в сюжете. Это кадры из дома по адресу Победы 5. Сгнившие доски, дырявая кровля и, как итог, квартиры, которые постоянно затапливает. Активисты Общероссийского народного фронта перед началом зимы проверяют, как идет подготовка к холодному периоду. На этот адрес они приехали после обращения жильцов. Крыша 5-го дома – один из вопиющих примеров, как говорят общественники. Здесь нарушены многочисленные технические нормы. Причина – это открытые полностью фановые стояки канализации в помещении чердака. Данные системы инженерные должны полностью проходить крышу и выходить за пределами крыши. Причем вот эти стояки, они не должны быть пластиковые. В таком плачевном положении жители этого дома уже не первый сезон. Проживающий здесь Феликс Карапетян рассказывает, заселился в прошлом году, сделал ремонт, а вскоре квартиру затопило. В этом году ситуация повторилась. Многочисленные обращения в управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, сетуют жильцы, ни к чему не привели. В этом году обратно вот такая ситуация. Они обещали, что до конца мая месяца мы все будем ремонтировать. И нет ничего, пожалуйста. Так как двое детей начали часто болеть из-за этого. А общаться с ним они только посылают другие организации. Сюда езжайте, отсюда езжайте, а конкретно никто не делает. Как рассказывают общественники, управляющая компания отчиталась о том, что дом готов к зиме. На практике видно, это вовсе не так. Сейчас государственная жилищная инспекция выписала предписание, требуя устранить нарушения. 11 ноября состоится повторный выход инспекторов ГЖИ для того, чтобы проверить, будет ли исполнено предписание. Если оно не будет исполнено до 11 ноября, значит, мы говорим о том, что данная управляющая компания по данному многоквартирному дому будет оштрафована. Представители администрации города говорят, жильцы дома должны проявить инициативу и отказаться от услуг управляющей компании, которая не выполняет свои обещания. Обращение от жителей о переносе сроков капитального ремонта на более ранний на комиссию не поступало. Ну, поэтому здесь одно из решений
для того, чтобы в кратчайшие сроки провести ремонт данной кровли, это смена управляющей компании, которая все-таки услышит жителей. Общественники обещают, они помогут жителям с переходом к новой управляющей компании. Всего на контроле у Общероссийского народного фронта сейчас 20 домов с проблемными кровлями в разных районах Самары. Управляющие компании не следят за заверенным им жильем и не выполняют ремонтные работы. Хотя на бумаге отчитываются, что все в порядке. Активисты будут добиваться благополучного разрешения этой ситуации. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. На улице Победы продолжается ремонт дорог и очистка прилегающих участков. Подрядные организации трудятся там на принципах контракта жизненного цикла по программе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это значит, что компания не только берет на себя обязательство провести ремонт по гарантии, если такая необходимость возникнет, но и содержать дорогу, зимой очищать ее от снега, а летом от пыли и мусора. В полночь дорожным рабочим и журналистам не до сна. Продолжается комплексный ремонт на улице Победы. Здесь уже привели в порядок проезжую часть и тротуары, газоны, бортовой камень, инженерные коммуникации, средства организации движения от улицы Елизарова до проспекта Кирова. Жители переменами довольны. Часто езжу, каждый день работаю по Победе. Раньше пытался объезжать Победу, потому что вся дорога разбита, яма на яме. А сейчас сделали и быстро, и качественно. Подрядчик идет с опережением графика и начал ремонтировать то, что было запланировано только на следующий год. Угол Победы и проспекта Кирова. Скоро здесь появится новый асфальт, а пока идут подготовительные работы. В будущем году предполагаю, что здесь будет газон. По желаниям городского ГИБДД здесь устроен островок безопасности, чтобы машины не разворачивались в хаотичном порядке. Раньше здесь был хаос, парковались машины, в данном случае оставили разворотный полосу шириной 9 метров, аккурат, чтобы две машины могли развернуться. Можно будет поворачивать налево и следовать в сторону улицы Нововокзальная. Дорожные рабочие трудятся и на перекрестке Победы и Воронежской. Вскоре бригада перебросит на Краснодонскую. Там тоже появится удобный для водителей разворот. В следующем году улица Победы преобразится полностью. Участок от Елизарова до Гагарина убирают в две смены, преимущественно ночью и рано утром, чтобы не перегружать трафик в дневные часы. Сначала грязь сбивают к бордюрам, оттуда ее убирают дорожными пылесосами. Это нужно для того, чтобы ливневая канализация не забивалась и дорога не превращалась в озеро. Пылесосы работают каждые трое суток. После того, как машины заканчивают работу, за дело берутся дворники. Не только подметают листву и мусор, но и следят, чтобы урны не переполнялись. Перевыполняется план, соответственно, там и урны также меняются и в ночную, и в дневную смену, чтобы не допускать загрязнения. Поэтому работа так и будет производиться круглосуточно, в две смены. Как только наступит холода, подрядчик готов перейти на зимний режим. Обещают, с уборкой снега и очисткой проезжей части и тротуаров ото льда справится на отлично. Спецмашина уже переоборудована. Следят за всем комплексом работ по нацпроекту куратора из МБУ «Дорожное хозяйство». Это подведомственное учреждение профильного департамента администрации Самары. Контроль ежедневный. Никита Борисов, Константин Головин. События. Более 850 миллионов рублей получит Самара из вышестоящих бюджетов. Средства планируют направить на переселение людей из аварийного жилья, ремонт дорог и контейнерных площадок. Самая большая сумма – 567 миллионов – запланирована на реконструкцию системы обеззараживания очищенных сточных вод. На что еще пойдут дополнительные средства, узнала Лариса Шалафаст. Вода в Волге станет чище. Для этого в Самаре реконструируют систему обеззараживания очищенных сточных вод. На эти цели из вышестоящих бюджетов городская казна получила почти 568 миллионов рублей. Закупается, устанавливается современнейшее оборудование, которое, так сказать, будет очищать воду, которая уже уходит, так сказать, обратно. Процесс очищения для потребления в будущем, так сказать, он будет менее затратным. Потому что, ну, уверен, Волга будет чище. Всего бюджет Самары пополнился на 850 миллионов. Дополнительные деньги планируют направить на содержание и капитальный ремонт дорог местного значения, на устройство и ремонт контейнерных площадок, а также на ликвидацию несанкционированных свалок, на переселение людей из аварийного жилья. Также перераспределяются средства городского бюджета на общую сумму 138 миллионов рублей. Дополнительные деньги, это 4,5 миллиона, планируют направить на восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений на муниципальных кладбищах.
Речь идет здесь о входной группе на кладбище городское. И речь идет о как раз ремонте забора вдоль улицы Партизанской и об устройстве дорожки до воинских захоронений участников Великой Отечественной войны, которые захоронены были уже после Великой Отечественной войны. И плюс ко всему мы еще и ремонтируем Аллею Славы. Также дополнительные средства планируют направить на завершение капитального ремонта городской детской библиотеки, на создание условий для маломобильных граждан и приобретение оборудования для школ. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, «События». Больше 6 миллионов рублей ущерба, несколько тонн готовой продукции, прямые поставки паленого алкоголя из Саратовской области в Самарскую. Суд отправил за решетку рабочих подпольного спиртового завода. Правда, на самого главного бутлегера выйти не удалось. Как было организовано производство, покажем прямо сейчас. 100 ящиков водки, 307 коньяка и тут же линия производства. Вместительный ангар на краю глухого поселка Возрождения в Саратовской области превратился в мини-завод. Сомнительная продукция отсюда шла напрямую в магазины Самарской области. Проработал завод не больше месяца. Цех открылся в октябре 2018 года, а в ноябре сюда с неожиданным визитом нагрянули сотрудники ФСБ. На месте застали 7 нелегальных заводчан. Половина – жители Сызрани, остальные – иностранные граждане. Они тут же работали, спали и, кажется, не очень удивились незваным гостям. Спирт, водку делали. А с какого времени работали? Ну, где-то месяц, наверное. В мои обязанности входит делать купажи и запускать установку. Вы понимаете, что данная деятельность является незаконной? Да, понимаю. Но все равно рисковали. Деньги, по словам незадачливых бутлегеров, платили солидные 200 тысяч рублей в месяц на руки без налогов и выплат в пенсионный фонд. Как зовут человека, организовавшего завод купажистой технологии, уверяют, не спрашивали. Не знаю, знаю, что зовут Ильич. Все задержанные в итоге отправились под суд за решеткой в колонии строгого режима. Они проведут кто год, кто два. Инга Пенер, «События». 50 миллиардов рублей планируется направить на модернизацию региональных теплосетей в ближайшие годы. Как это повлияет на самарское ЖКХ и откуда планируется привлечь такие серьезные инвестиции, в нашем материале. Этим летом специалисты компании «Т-Плюс» выполнили большой объем перекладок теплосетей. Крупнейшими объектами стали улица Ташкентская и Московское шоссе в районе пересечения с улицей Нововокзальной. Энергетики отмечают, в надежность теплосетевой инфраструктуры только за последние 3 года вложено порядка 3 миллиардов рублей. Но этих денег недостаточно. Новая инвестиционная программа «Т-Плюс» может решить эту проблему. Уровень надежности должен повыситься почти в 2 раза. Программа эта предусматривает перекладку более 1400 километров теплосетей. Вложения, которые необходимы в Самарскую область, составляют более 50 миллиардов. Единственным источником возможным в соответствии с федеральным законодательством как раз является переход на метод альтернативной котельной. Метод альтернативной котельной – это изменение регулирования тарифов на тепло. Для каждой ценовой зоны будет определена справедливая цена на тепло из расчета строительства альтернативного источника теплоснабжения. Уже сегодня любой желающий может рассчитать стоимость тепла для самого себя, используя калькулятор на сайте Минэнерго России. Надо отметить, что системы теплоснабжения в нашей стране, они практически все были сформированы еще в советский период. Их конфигурация, построение, основной состав оборудования, генерирующего сетевого, да более такой практически там подавляющая масса жилого фонда, да, была построена 20-30 лет назад. И в этом смысле та конфигурация, которая к нам досталась, она как сама по себе имела другое целеполагание при построении, так и, собственно говоря, много чего поменялось, включая то, что люди реально стали заниматься вопросами повышения эффективности потребления. Модель сделана в пользу потребителя. Мы предлагаем ее к реализации, в том числе для цели повышения эффективности потребления. Нововведение позволит значительно увеличить вложения в тепловые сети. По предварительным оценкам, благодаря новой модели рынка, теплоэнергетики смогут в 2,5 раза увеличить перекладки коммуникаций. Выигрывают от этого в первую очередь сами жители. В этом уже успели убедиться жители города Рубцовск в Алтайском крае. Первое, что жители города Рубцовска получили надежный источник тепла. Равномерно весь город обогревается нормально. Практически стали отсутствовать жалобы из всех районов города на некачественное тепло. К
находятся в квартирах прохладной или там в социальных объектах. В настоящее время программа находится на согласовании. В случае успеха перемены самарцы ощутят уже зимой следующего года. Мария Левина, Максим Гусев, события. Из-за долгов за тепло лишилась автомобиля. Судебные приставы арестовали имущество жительницы Самары. Какова сумма задолженности и что теперь делать в нашем сюжете? По решению суда забирается автомобиль для погашения всех долгов. Конфискация машины как последний аргумент. Жительница Самары задолжала за горячую воду и отопление 17 тысяч рублей. И суд Кировского района принял решение. Пока долг не будет возвращен, девушке придется ходить пешком. Задолженность, которая свыше 3000 рублей, передается для подачи в суд. Должника прослуживает, а потом направляется судебным приставом на исполнение. Дается человеку 10 дней для самостоятельной оплаты. Если он не оплачивает, мы уже как бы занимаемся, ищем личные транспортные средства через ГИБДД и также ходим по квартирам, описываем имущество. О том, что нужно платить по счетам, девушка знала. Энергосбыт Плюс и предприятия тепловых сетей неоднократно присылали уведомления о задолженности. После суда трижды ее извещали судебные приставы, но реакции так и не последовало. Теперь хозяйке машины дают еще 10 дней на возврат долга. Если арест автомобиля окажется недостаточной мерой, то машину оценят и отправят на торги. В данном случае в адрес должника направлялось постановление о возбуждении исполнительного производства заказной почты, но должник на прием пристава не явился, долг свой не погасил, поэтому дальнейшее исполнение производится принудительно. Энергетики говорят, как показывает практика, конфискация имущества – одна из наиболее эффективных мер воздействия на должников. Вот и девушка после ареста машины пообещала в ближайшее время погасить задолженность. Мария Левина, Елена Малютина, Константин Головин. События. Репортаж нашего телеканала одержал победу в федеральном конкурсе «Хорошие новости». Сюжет Анатолия Головко про буккроссинг оценили эксперты Фонда защиты национальных ценностей. Подробности в следующем материале. Книга – один из самых главных источников знаний. Такого мнения придерживается корреспондент телеканала «Самара ГИС» Анатолий Головко. Его работа, посвященная буккроссингу, заняла первое место на федеральном конкурсе «Хорошие новости». В основу сюжета легла история безвозмездного обмена книгами в Самаре. Книги в наше время – это удовольствие, конечно же, не дешевое. И я очень рад, что буккроссинг в Самаре развивается такими стремительными темпами. Здорово, что жители нашего прекрасного города имеют возможность обмениваться литературой, делать это абсолютно бесплатно и от чистого сердца. Одним из героев сюжета стал зампредседатель общественной палаты Самарской области Павел Покровский. Недавно он вместе с коллегами открыл уличную библиотеку в Новой Самаре, неподалеку от современной строящейся школы. По его словам, горожане такую инициативу поддерживают и с радостью обмениваются книгами друг с другом. Само название конкурса «Хорошие новости Российской Федерации» и сам факт того, что мы смогли в нем одну из номинаций взять к себе в Самарскую область, это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении. И самое главное, что у нас работа, которая была отмечена в этом сюжете, она ведется на самом деле очень системно. Буккроссинг – проект популярный и востребованный. За лето через шкафчики для обмена литературой в Струковском саду прошли около 4500 экземпляров. Если на ваших полках запылились ненужные книги, их можно отнести в региональную общественную палату. Издания распределят по шкафчикам, которые располагаются в городских скверах и парках. Андрей Горгуленко, Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Всего вам доброго и до встречи!